Всем привет! С вами Ирина. В этом видео я покажу вам свою вторую оценочку. И вы видите, как она отрастила красиво свой листик. Я ее поставила вот так вот к свету. И вы видите, какой растет прямой листик. И он тянется прямо к солнышку, к свету. У нас очень хорошие корешочки пошли в рост. Смотрите, какие. Здесь такой прям жирненький. Здесь у нас под листиком пошел корешочек в рост. Ну, замечательно просто. Вот здесь какой отличный корешочек. Так что корни у нас просто замечательные. Растение пошло очень активно в рост. И корешки, и листочек. Так что я думаю, что и не за горами будет цветение. Так что у нас уже практически полноценный большой листик. Так что вот так выглядит эта орхидеюшка. И будем дальше за ней наблюдать. Я вам обязательно покажу изменения. И обязательно покажу, как она у нас зацветет. Ну все, спасибо всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.